Эй, всем рок и печеньки, друзья! Сегодня у нас продолжение рубрики «Вопросы и ответы». И переходим сразу к вопросам. Эрик, в какую видеоигру ты играл впервые? Впервые я играл в Need for Speed, если не ошибаюсь, то в третью часть. Какие твои любимые цвета? Мои любимые цвета – красный, черный, голубой и, думаю, еще зеленый. Много ли есть друзей? Для меня все пушистики, друзья. Есть ли любимый ютубер? Если да, скажи какой. Я мало кого смотрю, но, наверное, самый любимый канал – это «Быть или». Джей, сколько лет ты рисуешь? Если говорить о фурях, то я рисую с 2016 года. Любимый напиток? Я думаю, это чаечек. Любишь обнимашки? Ну, естественно, люблю. Какое любимое блюдо, если оно есть? Мне нравится японская кухня. И привет тебе, Лаки Вишня! Когда накормишь Джей, чтобы она перестала жаловаться на то, что она вечно голодная. Я бы с удовольствием это сделал, но мне кажется, это невозможно. Джей, я уже месяц пытаюсь понять, что значит твой статус в ВК. Не поможешь понять, откуда эта фраза и к чему она? Фраза «Ты обязательно свози ее на Луну», ладно? Была сказана персонажем Бинго Бонго в мультике «Головоломка». А поставила я ее в статус, потому что этот трогательный момент запал мне в душу. Сколько времени ушло на сьют? Я свои первые два сьюта заказывал, и каждый из них делали примерно по полгода. Свои же фурсьюты я делал месяца 2-3. Могли бы передать привет в видео? Конечно, Лисик Вайлдкрафт, привет тебе! Джей, какой твой страх? Мое сердце всегда замирает, когда мои близкие или друзья подходят к краю над какой-либо высотой или перевешиваются через балкон. Кофе или чай? Я выберу кофе. Когда занялись фурсьютингом? Гуляем с 16-го, крафтим с 18-го. Как вы придумали фурсону енота или у вас были другие идеи в создании фурсьюта? Свою фурсону я придумал сам, основываясь на своем тотемном животном еноте, ну и к тому же мне еноты очень нравятся. Моим же первым персонажем была волчица Джей, а на создание Элли меня вдохновил Эрик. А пробовали вы себя в анимации Фури или просто в анимации? Да, небольшие анимации вы уже можете видеть в наших роликах. Ну и у нас есть один секретный проект. А будет фурсьют серого енота? Серый енотик у нас уже почти готов. Это как раз-таки фурсьют на Элли. Что для вас является дружбой? И кто, по вашему мнению, является другом? Какие у него должны быть черты? Конечно, люди все разные, но для крепкой дружбы я считаю, что нужны общие интересы, доверие и взаимная поддержка. Какие печеньки вы любите больше всего? Я люблю больше всего миндальные печенье, а Джей любит печеньки с шоколадной крошкой. Когда будут стримы с турбиной? К сожалению, он пока занят, но появится в скором времени. Джей, ты будешь еще спасать Ольгу на стримах? Думаю, что да, по крайней мере, я бы этого хотела. Как ты относишься к аниме Джоджо? Я очень мало видел серии, но они мне понравились. Как будет свободное время, обязательно посмотрю побольше. Елена Степанова, привет тебе! Эрик, в какую страну ты хотел бы поехать? Я бы хотел побывать во многих странах, но переехать жить, конечно, мечтаю в Норвегию, но планируем переехать в Чехию. Джей, какой у тебя страх? То, что меня пугает больше всего, я уже назвала. Но если постараться вспомнить, то еще мне не нравятся насекомые. Не все, конечно, но многие. Кого из ютуберов смотришь? Больше всего я смотрю «Быть или» и «Сверхдержаву». Джей, хочешь себе еще одного персонажа? Я думаю, у меня их достаточно. Любимое блюдо? Печень... Но это не блюдо. Тогда плов. Джей, любимый напиток? Я уже опять-таки говорила про чаечек, но если подумать, из холодных напитков мне нравится мохито. Как ты учился в школе? Это лучше не вспоминать. Ужасно. Элли, как ты научилась делать фурсьюты? С помощью каких видосов, а может от знакомых? На самом деле, я училась на всем, что только находила по запросу «Как сделать фурсьют». Дела у нас замечательные, и самочувствие тоже в полной норме. Не болейте, и это взаимно. Я уже записала туториал по фурсьют лапкам. Вот тебе небольшая подсказочка, где его найти. Почему вы решили приобрести фурсьют? Я решил приобрести фурсьют, чтобы реализовать свой образ и заниматься самовыражением. Откуда была идея для YouTube-канала? Я часто гулял на фуре прогулках и накопилось много роликов, поэтому я решил создать канал. Как ты относишься к бумажным фурсьютам? Если здесь имеются в виду фурсьюты из папье-маше, то положительно мы сами делаем так фурсьюты. Как давно вы с Джей вместе? Мы с Джей вместе с 16-го года, то есть уже более 4 лет.
когда и зачем создал канал. Создал я канал достаточно давно, но первые ролики начал загружать 3 года назад. И я хочу показать, что Фури не только талантливый и творческий фэндом, а ко всему этому еще способный дарить улыбки взрослым и детям, устраивая всевозможные мероприятия по всему городу и за его пределами. Как давно рисуешь? Я уже отвечала на этот вопрос ранее и даже в других роликах. Тебе нравится крафтить фурсьюты? Ну, естественно, нравится, иначе бы я этим не занималась. Любишь своих подписчиков? Вот таких размеров вселенная по сравнению с моей любовью к подписчикам. Как относитесь к фури-хейтерам? Ну, эти ребята мне только поднимают настроение, я не могу их серьезно воспринимать. Всем спасибо за просмотр, а сейчас рок-опеченьки, друзья, и до скорых встреч!